Мне вообще нравятся очень сильно вот эти тетрадки. Наверное, я какую-нибудь возьму. Думаю, вот из этой коллекции. Кстати, вот такие вот есть. Миленькие такие брелки. Очень много всего прикольного прям. Даже декоративные скотчи появились. Их не было, кстати, недавно. Цены, конечно, здесь космос. Такое на Алиэкспрессе можно купить намного дешевле. Здесь очень милые пеналы. Но я их брать не буду, потому что у меня остался из Китая города с прошлого года. Сейчас еще похожу, посмотрю и покажу, что куплю. Мы сейчас решили сначала сходить в Ашан. Пока что ставили на кассе все, что мы хотим взять в Заке. И думаю, посмотрим сначала ассортимент Ашана, только потом в Заку. Потому что мне кажется, что там будет много, достаточно много красивой и милой котелят. Офигеть, они сделали как американские. Серьезно, это же просто. Это что слизано с американцев. Это Юби. Да. Они такие прикольные. Это что такое? Это маски. Сейчас я узнаю, сколько они стоят. 79. Нет, ты чё? Это 4, скорее всего. Горох. Здравствуйте. Горох. Мальчик, девочки. Заметно. А вот такие пеналы мне, кстати, нравятся. Они достаточно удобные, потому что они хорошо открываются. И, кстати, нам понравился вот этот вот стаканчик. Сейчас я покажу. Такая вот мне нравится, но стоит 189 рублей. Наверное, я ее возьму и Самиру тоже. Да. Она так красивая такая. Она что-то там персиковая есть, Иван. Мы взяли курицу. Большой, огромный, который я искала уже много лет. А еще там в Заке нету смысла тратить на красивый, типа. Я не вижу. Да. Вот красивый в Ашане стоит 359 рублей, а красивый стоит 159 рублей в Заке. Ну да. Так что не все в Ашане дешевле. Еще мы не будем типа всю канцелярию показывать, потому что зачем? Мы будем показывать то, что нам понравилось, типа, потому что все эстетично и красиво. Ну да. А вот этот цвет. О, вспомним слаймерские времена. Посмотри. Когда мы искали этот клей постоянно. Посмотри на этот цвет. Прикольный. Мне он очень нравится. Там только розы, в принципе. Они по 20 рублей, кстати. Смотреть тетрадки. Какие здесь есть? 100%, потому что у меня есть очень красивая тетрадь, которую я просто обожаю. Вот, и прикольно. Я беру фиолетовый. Подходит ли тетради на кольцах план? Ой. Это же как можно как байндер сделать. О, это, блин, ближе дневника. Нет, это словарь, да? Экономим. По-моему, в начале июня была канцелярия получше. Серьезно. Несы тетрадь. Мне нравится. Она стоит, кстати, мне только намного. Цвет нравится. Она стоит намного. Ну, прикольно. Расписание. Мне нравится, и я не возьму. Что это? Какие-то обычные тетради. Обычные? И они хорошая цена. Мне нравится. Нет, все равно придется озвучивать. 100%. О, Киви. Прикольная. Только я в этот раз обычные тетради, типа, такие не буду покупать. Авокадо. Какое достать? Ну, короче, вот с авокадо тетради. Понравились эти тетради. Наверное, я их возьму. Вон, авокадо вон там. Ну, тут только 3 из этой коллекции, поэтому я возьму только 3. А, мне понравилось вот это, кстати. Да. Ну, вот это мне для математики там подойдет, для тех предметов, на которых... Хотя у меня так много тетрадей. Если я сейчас ее не выложу, у меня будет еще на одну бесполезную тетрадь больше. Просто я Самире рассказала, что у меня сколько тетрадей. А почему я покупаю в Заке тетради? Смотри, внизу красиво. Да. Я почему покупаю в Заке тетради, потому что... Потому что они там шикарные. Как? Ежедневники обычные. Я еще один блок возьму, потому что мне их нужно очень много, и этого мне... Ну, типа, вот 25 рублей побольше, хотя я лучше по 17 возьму. А, смотри, они некрасивые, во-первых, они ну, не да, качественные. Они, блин, а странные. Вот эти, смотри, какие качественные, мне вообще не нравятся. А нет розового еще? Вон можете... фиолетовый. Нет, я фиолетовый и голубой же взяла, мне еще какой-то расслабился. Да. У меня одноклассница, короче, был... Ну, была такая тетрадь с разноцветными такими. Вот бирюзовый есть, бирюзовый брала. Вот.
Ой. Синяя. А, вот еще бирюзовый. Да, да, да. Сейчас... Это не бирюзовый, это синий. А, да, это да, бирюзовый. Да, они разные цвета. Все, возьму идеально. Да, и вот это только пока что. У меня есть на тетрадь, которую я пользуюсь очень часто, и я просто реально не хватает просто. Это красиво. Потом мне вот это достаточно нравится. Еще они есть... скользкие. А, скользкие, ну ладно, ложи. Потом, получается, с карапами, но это давно уже были такие. Еще есть с акулой, и те, кто любит акул, вот эти. Но они другие. 119 рублей. Я все сломала. Наверное, возьму. Мы уже сейчас пойдем на кассу. Я взяла только тетради. Саша, чуть-чуть побольше, чем только тетради. Или ты тетрадь не брала? Нет, я взяла всего лишь да, блоки. И... А, блоки, еще замазку да. Я взяла. Ну, короче, мы уже идем на кассу. В общем, все нам вышло. Мне 125 рублей. Тебе во сколько? 79. Да. Ну, тетрадки серьезно прикольные. А мне нужны были блоки, и мне очень... Я знала, что они тут есть, но раньше тут еще были розовые. Да, я розовые и желтые, желтые были. Но их почему-то тут нет. Поэтому вот такая вот у меня тетрадь будет. Стоп, а куда делся Starbucks? У меня вопрос. Там был Starbucks. В смысле, так его уже давно уже не брала. И еще... Я здесь давно просто не была. Это подходит идеально под мой пенал, который у меня большой пришел. И сейчас мы опять идем за... Мир, тут, короче, есть прикольные штучки. Вот пенал мне нравится, но у меня же такой же есть и заки такой с клубничками. А я купила себе такой. И еще мне корректор здесь нравится. И, кстати, дома мы покажем покупочки наши. Мы еще сейчас зайдем попить, купить. Ну да, думаю. Вот еще какой-то пенал есть, но он не очень. Нет, не очень. А мне нравится вот этот набор, если честно, он красивый достаточно. Ну да. Ну, детский очень. Я купила себе детский пенал, потому что других вариантов нет. Ну, в принципе, здесь в детском мире вообще ничего нет нормального. Так-то. Красивая. Смотри, какая тетрадь. Ну, прикольно. Нет, они странные. Я лучше где-нибудь в другом месте куплю. Фикс-прайсы красивее, если честно. Нет, здесь нет фикс-прайсов. Ну, да. Тут в основном все вот такое вот. Все очень странное. Детское. Ну, потому что все-таки детский мир... Господи, что сделали с этой бедной кошкой? Господи, я приплющила. У нее одной лапы нет, прикиньте. Ой, как мне нравится этот пенал. С первого взгляда. Школьная форма. Идем на кассу, мы за водичкой здесь. За Агушей. Нет, 26. У меня есть 26 рублей. Просто. Две кассы. Просто отличную. Супер, фрутоняня. Мы нашли в книжном очень много прикольных медных тетрадей. Интересно. Вот серьезно, здесь самые красивые тетради, поэтому лучше приходите в книжный. Ну, да. Надо было лучше сюда Господи, идти. Господи, это что такое? Надо было сюда идти, серьезно. Здесь мы что-то тупанули. Здесь дорогие тетради. Здесь они нормальные. Нет, они дорого стоят. Ну... Здесь они серьезно, очень крутые. Посмотрите на эту тетрадь. А вот на эту тетрадку. Тетрадь, она лучше, чем... Просто она с серыми вот этими... А, все вот еще. Стадии прикольно. Блогеры. Смотрите, какие красивые тетради. Блин, вот еще вон там вот. Видишь? Смотри, с высотчика это. Очень прикольно. Подожди, у меня застегнутый звук. Помните, в Ашане? 200 рублей. Это все в Ашане в разы дороже. Там 400 рублей. Посмотрите, какие классные здесь были. Просто посмотрите, какие здесь. Мы в Ашане видели же такой тетрадку. Мне даже вот такой, самый обычный, нравится больше, чем вот все вместе взятое. Это тетрадка, да? Да. Это дневник. Это дневник. Очень прикольно здесь дневник, серьезно. Я, скорее всего, буду брать дневник. Вот из такой коллекции. Но не сегодня. Пойдем, не в этой поехали, идем. Пойдем. Жень. Короче, мы во второй части, думаю, еще придем сюда. И будем покупать уже в книжном. Потому что надо было покупать в книжном. Мы вместе пойдем. Да, вот книга. Ежедневники тут мне всякие. Мне не очень понравилась книга Маргарита. Очень прикольная. Пришли посмотреть крысок. А здесь попугай. А где крыски? Я хочу... Это, по-моему, мышка. Это крыска, да? Ну, ты привет, ты что? Короче, знаешь, там беленькая есть. Надо было убить. Очень прикольные резинки. У меня есть вот такая черная, и я ее просто 60 рублей. Где касса?
Мы уже пришли домой, Саша пошла к себе. Вот, очень долго мы ходили по Апперхаусу, я даже не знаю, сколько по времени. Сейчас я вам буду показывать, что я купила. Сразу скажу, что покупок не так много, вот, как хотелось бы, но я хотела потом чуть-чуть попозже еще посмотреть в других магазинах, что-нибудь другое повыбирать, чтобы потом я не жалела, что взяла что-то одно, а не другое. В Заки я взяла 3 такие вот тетради, они в линейку, здесь также есть дни недели, то есть можно писать, вот здесь вот можно дату написать, то есть, допустим, когда какая-то тема на уроке, можно записать дату здесь, отметить какой-то день недели там и так далее. Очень понравилась мне вот эта коллекция Fun Season. А в Ашане я взяла 3 вот такие вот тетрадки с лимончиками, с авокадо и с кокосом. Вот, в книжном я нашла для себя очень много крутых тетрадей, но я решила не брать, потому что я хочу еще посмотреть в других магазинах, как я уже сказала. Хочу еще сходить в моде во второй части, поэтому ждите. Еще также во второй части я хочу сходить в Леонардо. Там мне очень-очень, прям серьезно, очень нравятся ручки и карандаши механические, вроде бы от фирмы Vista Artista. Одноклассники мои поймут мою любовь к ним. В общем, сейчас я все буду раскладывать и покажу, где это все буду хранить. Все мои школьные тетради у меня будут лежать вот здесь вот. Очень мне нравится, как это все смотрится на подоконнике. Прям очень эстетично так, тем более у меня еще и подоконник белый. И я на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. Всем всего хорошего. Пока-пока.